Солнцезащитные очки из дерева мастерит житель Запорожья Артем Старостенко. На мысль его натолкнул зарубежный сайт, где он увидел похожие аксессуары. И вот уже 4 месяца Артем пилит, клеит и красит. Сначала экспериментатор обратился за советом к профессионалам, но мастера оптики идею посчитали безумной, вот и пришлось взяться за создание деревянных оправ самому. Много своих нюансов, тонкой работы, которые пришлось научиться уже во время изготовления. Пришлось немало испортить очков, но меня это не останавливало, я все равно делал, хотел достигнуть своей цели. На создание эко-очков уходит около недели. Сначала Артем рисует на компьютере 3D-шаблон и с помощью механического станка переносит его на деревянный лист толщиной всего 0,5 мм. Для прочности приходится склеивать оправу по несколько слоев. Все тем же экспериментальным путем самым благодарным для работы оказался ясень. То, что его структура хорошо видна, и это качественное дерево из твердых сортов наподобие дуба. Ну, то есть мне больше всего нравится ясень. Сложность заключается в том, чтобы равномерно сошлифовать дерево, чтобы не было нигде никаких углов, никаких неровностей, и чтобы это было красиво. Потраченное время и усилия быстро себя оправдывают, говорит Артем. Первые 20 очков разлетелись среди знакомых, едва лак успел высохнуть. Дмитрий на правах лучшего друга необычные очки испробовал одним из первых и уже ни за что не променяет их на пластиковые. Они очень приятно прилегают к телу, то есть нет какого-то дискомфорта. Если очень даже жарко, то нет каких-то неприятных ощущений, как от пластика, если минимально начинает преть кожа, что оно сползает, или какие-то дискомфорт, раздражительность. Теперь Артем задумал превратить необычное хобби в дело всей жизни. Убежден, для этого у него есть все необходимое. Уверенность в своих силах, безграничная фантазия и желание сохранить чистоту окружающего мира.